Холодное время года и необходимость много готовить. В преддверии новогодних праздников в домах рязанцев возрастает нагрузка на газовые приборы, а вместе с ней и вероятность отравиться продуктами его сгорания. Сотрудники газовой службы напоминают, что использовать природный дар для отопления квартиры категорически запрещено. Для успешной работы любого газового прибора нужен кислород. Он выгорает, идет образование угарного газа, и содержание даже 0,1% в воздухе вашей конкретной кухни начинает тошнить, кружится голова, в глазах не имеет конечности. Если концентрация угарного газа достигает 1%, это уже летальный исход. Чтобы избежать ужасных последствий, необходимо регулярно проветривать помещение. Если вы весь день готовите, делайте небольшие перерывы или оставляйте микрощель в окне, чтобы через нее поступал свежий воздух. Это главное правило вашей безопасности. Перед использованием духовки также откройте ее и дайте постоять несколько минут, чтобы вывести излишки газа. Зажигать плиту тоже нужно правильно. Подносим источник огня к горелке. Это зажженный спичек, пьезо, электророжек, может быть, какую-то кнопочку. Сначала нажимаем, только потом поворачиваем газовый кран. Газ должен загореться сразу, значит, лишний газ выпускать нельзя. Особое внимание требуется при использовании газовых водонагревателей и колонок. Перед их включением необходимо обязательно проверить тягу. Для этого поднесите спичку к смотровому окошку. Пламя должно втянуться внутрь. При проверке напольного котла огонь подносит под тягопрерыватель. В нашем случае пламя отклоняется наружу. Это значит, что прибором пользоваться нельзя. Немедленно перекройте вентиль газа и вызовите специалистов. Помощь экспертов понадобится и в случае, когда цвет огня меняется. Полное сгорание – это пламя ровное, без хлопков, без отрыва, глубоко от фиолета прозрачное. Неполное сгорание газа с образованием угарного газа – это пламя соломенного цвета с красными язычками, со следами копоти. Значит, плитой пользоваться нельзя. Чтобы избежать неожиданностей, регулярно приглашайте специалистов для проверки газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов. Помните, что их ремонт можно доверить только сертифицированным профессионалам. Тогда природный газ принесет в семью исключительно комфорт и уют.